секунду. Минуты. Тихо, сейчас как-то изобразите бурную радость. Всем привет, друзья! Ну что, это случилось, много лет разговоров о возвращении YouTube-канала, и наконец-то слово мы перешли к делу. С вами Ярослав Верба на своем старом YouTube-канале с новыми выпусками, в новом качестве, с новой тематикой, разношерстной тематикой и гораздо-гораздо большего качества сами выпуски. Дальше все увидите, собственно говоря, это видео является такой себе превьюшкой, чтобы напомнить о себе, сказать о том, что YouTube-канал воскрешается. Мы приходим в работу с надежными людьми, с хорошей аппаратурой, вот, с качественным светом, с массой интересных проектов. Это будет от начала там, качалки, упражнений, диет, моих повседневных дней, влогов, а также отдельные тематики по поводу проекта трансформации, по поводу проектов, связанных там, с отдыхом, с отпуском, связанных с тренерской деятельностью. Это будут и рубрики, которые будут полезны для вас информативно. Также это будут развлекательные юмористические выпуски. В общем, все как оно есть. Ничего строить из себя не будем, просто постараемся поделиться частичкой своей жизни вместе с вами, то, чего вы, собственно говоря, так долго ждали. Контент будет абсолютно разношерстный, и опираться он будет именно на вас. То бишь, отталкиваясь от публики, то, чего она хочет, мы будем стараться удовлетворить каждое адекватное мнение подписчика. И, собственно говоря, в команде наконец-то я не один, это не будет экшн-камера и моя вытянутая постоянно рука, где я снимал себя сам, это и 15-й, 16-й, часть 17-го года. Собственно говоря, почему и перехотелось делать выпуски, потому как я как парень-максималист, я хочу делать либо хорошо, либо никак. Вот. И на данный момент у меня есть единомышленники, у меня есть люди, которые разделяют мое мнение на этот счет, которые меня поддерживают не только словами и делом. Вот. Посему, что хочу объявить? Хочу объявить, что канал обретает силу, мы в него вдыхаем новую жизнь, новые идеи, новые мысли и, главное, действия. Поэтому скорее подписывайтесь на канал, говорите друзьям, кому это может быть интересно. Ставьте лайки, пишите в комментарии обязательно в этой превьюхе, что бы вы хотели видеть в самих выпусках, на какие тематики, вот, на какую тему отдельные группы разделить. То бишь, тренировки там, в тренировки будут включены и питание, и тренерская деятельность. Потом отдельно будет проект трансформации, это то, о чем я говорю, то, что уже 100% будет. Вот. Также будет, возможно, дайджест от меня в качестве годного музла, который, например, я слушаю, потому что есть часть подписчиков, которые говорят о моем хорошем музыкальном вкусе, им бы было бы интересно, чтобы я делился с ними своим плейлистом, своим взглядом на музыку, вот, а не только на спорт. Также это будет освещение ивента в моей федерации UFBF, соревнования, поездки на соревнования. Также это будут мои тренировки, собственно, мой путь в IFBB Pro Лигу. Также это будет съемка всяких, как я уже сказал, юмористических отдельных роликов. Они, скорее всего, будут короткие, но они будут место быть для того, чтобы веселить вас и не только загружать голову серьезными умными вещами. И остальное уже мы возлагаем на вас, дорогие подписчики, чтобы вы помогли нам сделать контент лучше, сделать контент интересней. Вот. Поэтому лайк, подписка, говорите друзьям, ставьте оповещения, чтобы не пропустить. Теперь могу с уверенностью сказать, что выпуски будут регулярные. Они не будут каждодневные, но они будут проходить теперь на регулярной основе. Будут поставлены на поток, на хорошую и эффективную работу. И главное, на результат, к которому мы идем. Чуть позже узнаете, какой именно результат. Так что, ребята, все только начинается. Подписывайтесь и до скорых встреч. Собственно, ребят, то, о чем я говорил, теперь я в проекте не один, у меня есть верные и надежные напарники, друзья, те, кто будут помогать мне делать этот контент качественным, делать его интересным, делать его разношерстным, разнообразным для вас, подписчики. Знакомьтесь, Вова, мой оператор, кореш и друг,
Вот, вместе мы с ним будем делать историю, вот, которая будет называться «Вербатим», то бишь мой YouTube-канал, в котором будет собрано все самое лучшее для вас, все, как вы любите. И я рад, что теперь в этом проекте не один, и могу с гордостью и уверенностью познакомить вас с своим товарищем и другом, который будет помогать мне делать контент еще лучше, еще доступнее, качественнее и чаще. Тебе слово. Всем привет, ребят, меня зовут Вова, и мы будем стараться делать для вас максимальное качество и удивлять вас новыми эффектами и самыми лучшими тренировками, которые вы видели когда-либо в жизни. И хотелось бы слышать от вас фидбэк, потому что это очень важно, понимать, куда идти, куда двигаться, в каком направлении. Поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, пишите, мы будем все читать, отвечать. Своевременно реагировать на то, что вы пишете, да, на что пишете, на ваши запросы. Это не будет канал, который будет начислен, вернее, создан для количества, для того, чтобы у вас было просто много. Канал будет основан на фидбэке, на общении и контакте со своей аудиторией. Мы будем слышать каждого из вас. Естественно, речь идет об адекватных вещах и вопросах. И реагировать на них по возможности очень своевременно и быстро. Для того, чтобы контент был интересен для каждого из вас, а не только узкой направленности, там, а-ля только качалочка, или только там влог, или только там юмор. Всего будет понемногу, и именно это будет отображать наш замысел и смысл канала в целом, вот, который будет направлен для всех и каждого. Вот и все. Будем стараться делать качество. Всем хорошего дня. Сижу в кадре такой, чувак. Сейчас хорошо. Потом такой, блядь, он инсулин поставил, не поел, там я глуши. Так, заебись? Заебись.